Всем привет, друзья! А вот и подъехал финальный выпуск шоу с трешовыми пушками. Сегодня будет жарко, а я хочу напомнить вам правила самого шоу. Здесь мы впятером играем с теми пушками, с которыми обычно мало кто играет. Но не все так просто. Оружие мы выбираем не сами, его выбирает рандом. Правила шоу довольно просты. Каждый из нас пятерых в порядке очереди открывает пару кейсов. И если нам выпадут АВП, МК, П-90 или Калаш, то они не идут к нам в коллекцию. Ну просто это не трешовые пушки. В итоге после всего открытия мы выбиваем около 20 разных пушек, и останется лишь определить, с чем из этого списка мы сыграем. В этом нам поможет генератор случайных чисел. Ну ладно, надеюсь, что я более-менее понятно все объяснил, и я, конечно же, надеюсь, что вы поддержите нас лайком, ведь все-таки финальный выпуск. Ну что ж, не будем тянуть, давайте уже скорее начнем открывать кейсы. Ну что, господа, тем временем мы уже здесь на MyCSGO.net, и давайте уже скорее начнем открывать кейсы. Только вот, кто сегодня хочет первый пооткрывать? Давай я буду первым. Давай. Давно ты не был первым, так сказать. Давай, выбирай кейсики. Так, давай, MyCSGO.net, 3 штуки сразу. Угу. Начнем сразу с нового кейса. Ну давай. Посмотрим, что он нам принесет. Давай. Топовые пушечки лишними не будут. Бывает. Опа! Так, ну, отсюда нам идет только по 250. И, к сожалению, кейсик не окупился. Но такое. Ну ладно, мы это все, конечно же, оставим. И кто у нас там следующий на очереди? Ну, я на следующий. Ты на следующий? Ну давай на следующий, выбирай. Так, налистай вниз к стандартным. Угу. И давай гамма 2 кейс, сразу 10 штучек. Так, а вот, вижу его. Давай. Жестко, 10 штучек. Ну, смотрим, чего упадет. Сколько дропа? Ножей миллион. Опа, так, ну, нифига, сколько все это стоит? 1400, жестко, да. Тут нам повезло на этом кейсе. Так, ну и в принципе, очень интересные пушки выпали. Прям максимальное разнообразие, посмотрите, просто тут почти ни одной похожей пушки нет. Они все разные, они вообще все разные. Это топово, пацаны. Сегодня будет реально топовый рандом. Ну ладно, все это мы себе оставим. И Кнос там хочет следующий пооткрывать? Ну давай я открою. Окей, тогда выбирай, что хочешь открыть. Давай откроем этот кейс. Училка. Привет, моей передам палки. Давай, сколько штук будешь открывать? Ну, она меня раз 10 хотела выгнать из школы, давай 10 раз откроем. Давай, посмотрим. Мне кажется, она тебе сейчас нихуя не даст, какое-нибудь говно тебе выдаст. Но ну, посмотрим. Какие оценки, мне больше двойки нихуя не давало, блядь. И, ну я не знаю, сколько все это будет стоить. О, 1000 мазимов. Нифига, 1500. Спасибо, Лариса Алексеевна. П-90 за косарик она тебе дала, ничего себе. Ой, ну что-то, пацаны, уже жестко, у нас столько пушек уже есть. Такой лютейший рандом будет, но... Ладно, это очень интересно. Ну и, Марат, давай, наконец-таки твой черед, выбирай кейсы. Так, давай 3 Гуччи кейса открою. Угу, ну давай. 3 штуки, так, 3 штуки. Посмотрим, что выпадет тебе. Это, конечно, не 10 кейсов, но тоже можешь жестко выдать. Опа! 2 по 250. Но я думал, что они будут подороже стоить. Но все равно неплохо. Ладно, мы это тоже себе, в принципе, все заберем. И, друзья, пока я, как обычно, не забыл, хочу напомнить вам про самый топовый промокод в мире, который вы можете ввести вот здесь. Вот тут нажимаем «У меня есть промокод» и вводим вот такой вот замечательный промокодик «Петух», который даст вам годные бонусы. Я уже его использовал. Ну, грех такой промокод-то не использовать. Ну и вам советую. Пользуйтесь, на здоровье. А мы давайте продолжим открывать кейсы. Так, еще 1600 есть. В принципе, можем потратить их все. Так сказать, что экономить, только какой бы кейсик выбрать? Можно рискнуть открыть что-нибудь дорогое. А давайте попробуем пятерки открыть. Просто три кейса, пятерочки как бы, отличники. Но это, конечно, не про нас кейс вообще, но посмотрим. Посмотрим, что нам упадет отсюда. Опа! Два авика могут неплохо стоить. Нормально стоит. О! Нихера, шедевр! Нормально шедевр стоит! Я даже и не думал, что он может так дорого стоить, потому что последние разы он нам, не помню, по-моему, за 700, за 600 рублей где-то так падал. Ну, пацаны, неплохо. Неплохо мы сегодня открыли. Жесткий рандом нас еще ждет. Давайте определимся, с какой пушкой мы сегодня сыграем. Ну и тем временем мы уже на замечательном рандоморге, и нам сегодня выпала 21 пушка. Кстати, очень разнообразные нам сегодня пушки упали. Ну, как вы видели. Ну и сейчас вы можете, в принципе, все это наблюдать на экране. Все, что нам выпало. На почти реально все пушки, которые только в этой игре есть, выпали сегодня. И это будет лютый рандом. Ну ладно, давайте скорее узнаем, с чем мы сегодня сыграем.
Опа, пацаны, двоечка, это что у нас? Сейчас посмотрю. Это аук. Отлегло, отлегло, но только, по-моему, это какая-то слишком жесткая пушка. Мне кажется, что что-то с ней нужно сделать. Я вообще изначально думал, короче, у нее прицел убрать. Прям вот изначально, когда эту рубрику мы вообще придумали, я сразу же подумал, что я долбоеб. Я сразу же хотел ее убрать, но потом подумал, что если она вообще когда-нибудь выпадет, то можно попробовать сыграть без прицела. Давайте попробуем. Ну, потому что мне кажется, что это реально сложно будет. Ну, без прицела эти пушки просто говно, с прицелом ну, да, довольно имбовы. У нее еще зажим уебищный, так что без прицела, я думаю, будет очень сложно, на самом деле. Ну ладно, давайте посмотрим, что из этого получится. Давайте, перейдем в катку. Ну что, пацаны, катка началась, но пистолетку мы уже проиграли, но ладно, это ничего. Сейчас мы отомстим за нее. Сейчас мы... На! Вот так вот, пацаны! Просто открыл бэплэнд. В окне, аккуратней. И на КТ еще один. Опа. Да, на КТ. Я слепой. Ставьте бомбину, синий кто это. Быстрее, пацаны. Ой-ой-ой, мне смухи попали, за дверью прям. Ух, и пунте уже! Пунте, дети. Все нормально. Двери. В дверях аккуратней. Окно. Так, я не знаю, надамажил вроде. О! Фух, спасибо! Еще в двери. Прям засейвите мой СГ потом. Так, уже спиннер. Давай. Найс. Нормально, пацаны. Отомстили за первый раунд. Давайте попробуем по лангу выйти. Погнали. Только смотрите, мне кажется, они тоже будут сейчас форсить, поэтому поаккуратней. Выходим, пацаны. Как упасть? Я невозможно вижу. Опа, зажимчик. Нормально, разнесли их. Лонг чист. Можно проходить плент. Нормально. Кого бомбу ставьте? Оба! Одного сломал. Чувак убил. Мне кажется, шорт будет последний. Да, шорт, пацаны. Я уже в спину бегу. Ну, в любом случае, хана. Опа. Меня ждал. Нормально! Дорвали, пацаны, выносим их. Давайте еще раз по лангу. Тут же выйдем. Только аккуратнее, они очень сильно жмут. Уй! Каешка неплохая была. Бля! Своего! Своего штрафанула, его убили, но это нормально. Тихо. А как вы попадаете, я не понимаю. В принципе, лонг расчищен вроде как. Опа, один. Один в этой нычке. Рандом залетел. Еще на шарту. На шарту аккуратней, парни. У него дигл. Жестко. И на КТ. Дай бомбу, иди. Со скаутом. Давайте, входите, плент и ставьте. Нахуй это крандал, но, блядь. Так, что-то он не идет. Может, на сейф вообще ушел? Возможно. Правда, муху сейвить, что-то такое себе. Походу, реально на сейф ушел. Ну ладно, нормально. Не знаю, что пацан не попытался. Ну, может, он каленый жестко был. Погнали на Б, пацаны, куда вы побежали? Давайте на Б. Я думаю, они сейчас уже лонг будут жестко ждать просто. Ну слушай, вроде никого. Походу реально они лонг прикрепили. Смотрите, плент аккуратнее могут ныкаться. Двери, куда? Не, здесь нет вообще пленте. Нормально, бомба стоит. Опа, окно выцепил. Бегу темку. Ой-ой-ой! Аккуратнее, пацаны, не пушьте. Окно. Еще один темка. Хорош. Опа! Nice. Нормально! Nice. Пацаны, хорошо сдержались. Погнали по шарту, пацаны, выйдем. Давайте продолжаем разносить. Давайте, я один на лонгу тогда буду. ССГ. Ух, ю! Миду. Нормально, мы его прострелили. Лонг убил одного. Они, походу, пушку собирают. Ну, я не пойду дальше лонг. Ой-ой-ой, есть на шарту! Я чуть не ожидал. Пацаны, он нам показал, как, насколько лук имбовый с прицелом. Так нечестно, мы без прицела играем. Так, давай, 1 в 3. Ой-ой-ой. Опасно, ладно. Пацаны, расслабляться нельзя. Вырубите прицел, падлы. Это нечестно, да? Против них с прицелом реально играть сложно. Ну ладно, давайте. Аккуратненько выходим. Никого вроде нет. Есть, выйти. Нашли. Убил одного, еще один. Еще один, пацаны. Убил? Хорошо. Близко двери. Вышел. Он зашел. Нормально. Есть минус. Все, пацаны, можно проходить. Темки есть. Минус 24. Осторожнее, лучше не пушьте. Так, все, в дверях остался. Или в окне. В окне он сейчас. Давай запушу его. Найс! Хорошо. Давайте так их дальше и убиваем. Я даже не знаю, на мидл нам сложно выходить. Давайте лучше по лангу, что ли, пройдем. Так. Хорош. Зажал, скилл показал. Так, у нас тут вроде никого нет. Выходим. Я в яме. Пунте! Ой-ой-ой! Это нихуя. А где-то с мунта похоже. Это в смоке был. А, в смоке, я думал он... Я-то думал, он в пунте стреляет. Тут еще где-то в нычке есть. На КТ двое. Со спины. Убил со спины. Хорош. И двое КТ, да? Я пытаюсь пробежать. Нормально, я пропрыгнул. Буду ставить бомбу. Я красный. Опа. Уже походу бы шорт. КТ битый!
Я спасаюсь, бегу, улетаю. Убил КТ. Черт, и черт. Выбежал. На! Нормально. Разменял сразу же. Так, ну погнали лонг. Погнали лонг. Давайте, выходим. Не видим. Да, вроде никто не пушит. Может быть, засели в плент. Может, у плент. Да, у КТ. Внизу. Нормально. Я его убил еще одного тачки. Хорошо. Пунти. Пунти, аккуратней. Это, конечно, ошибка, что они так по одному выходят. Давай, выходи. Ах ты тварь. А, сука, я ни разу не попал по нему. Повезло ему. Где он сидит? С лонга идет один. Все, уже не идет. И на КТ либо шорт, смотрите. На КТ, на КТ, на КТ. Дальше ушел. Ну все, теперь пизда, блядь. Ладно, ну, а нет. Давай, Раф, пошел. О-о-о-о! Красиво залетело сейчас. Так, ребята, что-то мы слишком много отдали. Надо собираться. Надо собираться, погнали по лонгу. Надо их там разнести. Ё-моё, нихера тут жесткая приемка лонга. Так, аккуратней. Минус 87. Нормально, 3 в 3. Флешка, флешка. Надеюсь, я его убил. Убил, убил, убил. А, нормально. Профессиональный зажим зарешал, как всегда. О, хорошо, в спине убили. Все, пацаны, последний остался. Давайте, погнали. Так, ну ладно, ставь бомбу. Ставь бомбу. Сейвить он точно не пойдет. Я просто так стреляю. А, я понял. Я подумал, что это уже КТ. Он видел. Может быть вообще сейчас сделал. КТ вышел. А, КТ! Нормально ты там стрелял! Чего это? Че ты стрелял вообще левее головой? Да, 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 я левее стрельнул, куда ты, как он умер вообще? Просто ваншот. Ну это за 3 проигранных раунда подряд. Пацаны, просто отомстил. Так, пацаны, у меня есть супер нашифровка. Погнали на мидл. Всей командой на мидл просто прилетим. Пробуем их разнести. Давайте, полетели, полетели, пацаны. Так, ну что? Они здесь, они здесь. Один, да, есть. И на базе, по-моему, кто-то стрелял. Аккуратней. И это декой. Минус. Хорошо. На Б. Еще! Не-не-не, еще лонг есть. Да почему я? Да блядь, я не могу попасть по нему. Как он себе, как он вышел еще и меня убил? Чего? Что за везучий пацан? Да, это Б, это Б. Это Б? Так, ладно, давайте. 3 в 3, есть шансы. В дверях близко вроде. Ой, справа на лесах. Вытащили. Найс. Мало патронов, аккуратней. Ой-ой, в чем? Все, один остался. За коробкой. Здесь, здесь, близко, справа, 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 справа сейчас. Давай, зажим! А чего? Давай, пошел в рукопашку! Ну чё ты, блядь? Хорош! Блин, нету диффузов! Не успеешь. Не успел, не успел, ай-яй-яй. Обидно. А все потому, что диффуза не купили. После этого фейла мы долго не могли вернуться в игру и проиграли противникам еще 4 раунда. Счет стал 9-11 уже не в нашу пользу. Но вот так вот просто отдавать игру мы не собирались. Так, пацаны, надо собираться, мы реально слишком много отдали. Ох, каточка становится слишком плотной. Змит ворвался, там убил. Очень много, много на лангу, 3 человека было. Своего, да? Своего, да, убил. Минус 40. У этого минус 40. Тихо, тихо, тихо. Бегут, бегут лонг. Аккуратней. Может, отошли, кстати. Отошли. Нет, в яме есть. В яме есть. Не пикайте вообще. Не пикайте лонг. Добивающее. Ну, проходит лонг. Найс. Убили. Его убили. Уже на подъеме. Еще один. Машина. У машины, у машины, у машины. Так, ладно, я понял. Что он не ставит? Жди, он... А, все, поставил. Ну... Красава! No. Красивый хедшотик. Так, пацаны, давайте. Максимально. Максимально собираемся. Так, флешки на лангу. Бил одного. Еще, 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 еще. Аккуратней. Еще один там. Бэд биты в говно. 8 хп. Черт уже может быть прав. Я лонг. Все, пацаны, аккуратнее играйте. Иду. Они близко? Есть, уже здесь близко, один. На машине где-то там. Чего? Красиво подловил пацана. Трой еще один. Еще один. Аккуратнее, аккуратнее. 50. Питер он нашел, да? Вот его. Хорош. Так, все, пацаны, надо брать. Шорт идет, проходит, пошел шорт уже. Пацаны, возвращайтесь, возвращайтесь. Я не могу вернуться, там авик контролит, мы не вернемся уже. Я дым дам. Все, давай, тихо, проходите. Флешку дам. Аккуратнее. Они уже проходят шорт. Уже в пленте. Ну, я подловил. Еще, еще шорт. Я не вижу. Все, нормально, я жду лонг, я жду лонг. Как он за огнем меня видит? Пацаны, я на лонг отошел. 10 хп на пальме. Авик по лонгу идет, аккуратней. Твой шорт, еще один шорт, 10 хп. Лонг, либо не пикайте, не пикайте пока что лонг вообще. Бомба 10 хп была, вон слева, да. Хорош, все, 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 не пикайте, пацаны, не пикайте его. Скай выходит, у вас бомба. Да, где будет, да? Да, лонг, лонг он был, ВП. Идет, идет.
Прям чебушнёй своей просветил. Пацаны, давайте 4 раунда еще. Надо как-то их вытянуть. Митраш. Найс. Еще один. Аккуратней. Где они? Я под Б ухожу, ребят. Мид оставляю. Это Б? Что это, да? Ну это да, где-то. Вы уже уходит, выходит. Окей. Красный один. 20 хп, скорее всего, где-то. 20 хп в пульте. Видел его. В углу, не лезь, не лезь, не лезь. Он прям в углу внизу. Один. И один левее. Ищ, да, один левее. Давай, пикаем, пикаем, давай оба с окна. Танцпол может быть. Танцпол, да. Танцпол. Хорошо. Хорошо сыграли. Все, парни, дожимаем. Давайте. Мне кажется, сейчас будет лонг. Давай, Раф, надо принимать. Их много! Все. Еще. Минус 50. Найс. Еще двое. Найс! Хорош, Раф! Еще в этом. Прям в коробке. Не пикай, не пикай, Раф. Лучше в большинстве сыграем. Ему пизда. Вышел он. Убежал, по-моему, брат. Может, да, он знает обо мне. Жми его, хорош! Хорошо, наконец-таки вперед вырвались. Могут снова лонг идти. Осторожней. Нет, никого. Походу в этот раз не рискнут. Ладно, оставайся лонг. Аккуратней, я в пунте сыграю. Не халдя. Я Xbox запрыгнул, убил его. Найс. База еще не вылазит, Марат. Есть, по-моему, один или двое в темке. Целится с чего-то. Я шорт занял. Походу это выход Б будет. Один на базе, один сидит с АВП. Ой! Это темка. Я убиваю. Я уже внизу. Нет, они Б выходят, ребят. Так. Одного в темке убил. Там на у Титаника на очень много. Титаник двое вышли. Да-да-да, не пикайте, пацаны. Они ж могли лонг пойти, чего? Так я смотрел-то базу, если они так быстро. Боба! Убил! Все, хорош. Пацаны, у них нет времени. Мне кажется, он здесь же. Да. После 0-0. Савиком, нормально. Хорошо, пацаны, 15-й взят. Но не все так просто. Противники взяли еще один раунд. И счет стал 15-14. Ну что ж, последний раунд все решит. Давай я выйду. Все, давайте, пацаны, максимально иди, собираемся. Марат. Мне кажется, это лонг будет. Иди, давайте Марат. Аккуратней. Последний раунд надо забрать. Под Б кинули, смоки под Б раскидывают, пацаны. Выходят. Окей, лонг нет. Иду вообще. На пальме один. Хорош. Хорошо. Еще один на пальме. Мы бежим. Близко мид. Может пушит мид. Да, пушит, аккуратней. Минус 50. Ай-яй-яй, блядь. Ну, да как так, у него минус 50. Тихо. Хорош. Миду. Минус 20. Миду бомба у вас. Идут, Тёмки, я прикрою. Ну, прячься, Тёмки. Ах, сука. Ой, меня зачекали. Нет. Красава, но это был потный раунд. Бля, у меня ладошки потные, пацаны. Да там этот, сука, вышел. Как ему повезло, что нас троих забрал. Фух, но это непростая игра была. Это была клевая катка. Но против таких званий без прицела было интересно очень сыграть. Жесткие звания, конечно. Вот так и закончилась наша катка. И на этом я хочу закончить это шоу. Это было крутое шоу. Но пора двигаться дальше. Друзья, обязательно ставьте лайк, если вам нравились прошлые и, конечно же, этот выпуски. Сегодня мы делаем большой шаг дальше. Мы уже придумали кучу крутых рубрик, которые вам по-любому понравятся. В этом месяце мы просто бомбанем. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик и, конечно же, ждите новых клевых выпусков. А с вами был MoreGames. Всем удачи и всем до скорых встреч!